Всем-всем большой привет! Сегодня я получила очередную коробочку New Beauty Box. Коробочки можно выбирать на сайте любые. Можно брать масс-маркет полноразмерные, и мини-версии входят в наполнение. Либо коробочку люксовых продуктов, там мини-версии бывают, бывают пробники. Обычно от 6 до 10 уходовых и разных косметических средств. Разных категорий входят в эти коробочки. Давайте я вам покажу свою коробочку. Она очень красивая. Сегодня без девушки. Вот с такими красивыми фламинго, как я понимаю. Очень симпатичная коробка. Прям я долго разглядывала ее. У меня таких еще не было. В нее входил прайс-лист, можно так сказать. Подсказочки, что будет в этой коробочке. Я все разглядела. Многие средства буду пробовать с огромным удовольствием. Впервые многое понравилось. То, что еще мне не знакомо, буду тестировать. Ну и давайте вместе начнем разбираться, что же было в этом наполнении. Сразу хочу сказать, доставка идет бесплатная. Приходит все вот в такой почтовой коробочке. Очень удобно, быстро и через почту. Первое, что входит, это, давайте вот так покажу поближе, антиперспирант. Я не буду зачитывать все подробно, 600 рублей полноразмерная версия, и этот антиперспирант, который ко мне пришел, выглядел вот так. В таком исполнении никогда я не тестировала. У него вот такой дозатор, помпа, я еще не пробовала. Вот, смотрите, выходит капля, и ее, я так понимаю, надо будет разносить там, где необходимо. Никаким ароматом он не обладает, но, как я думаю, будет хорошо защищать. Но подробности буду рассказывать, конечно, в пустых баночках, потому что сейчас для меня это просто неизведанное средство. Я такое встретила впервые. Очень интересно будет попробовать, очень ему рада. Вот так вот он выглядит. И здесь на картинке, кажется, тоже идет помпа. И вроде бы вот полная версия. Следующее. Это скраб кофе. Ну, кофейный, в общем. Скраб для лица и тела подходит. Вот так. Все здесь описано. 129 рублей входит. И это вот такая упаковка, эконом-упаковка, в ней 40 грамм. И, насколько мне известно, это вот полноразмерная такая версия. Здесь отрываете по... Ну, тут уже надорвано, где нужно оторвать. И видно, что можно тут запечатывать на такую вот молнию. И использовать не один раз. У меня такой уже был скраб, мне он очень понравился. Он сухой текстуры, достаточно такой хорошо скрабирующий. Для лица я вряд ли буду, а вот для тела с удовольствием. И мне вот таких 40 грамм такого вот саше хватает на 2 или на 3 раза, мне в прошлый раз хватило. То есть мне понравился результат, аромат бесподобный, пахнет прямо вот чисто кофе. Прям рада, что оно мне опять попалось. Буду тестировать еще раз. Следующему средству я дико рада. Я сухие шампуни очень-очень люблю. От Клоран сухой шампунь с молочком овса. Цена 759 рублей. Полноразмерная версия. И что здесь о нем написано? Вот так им надо пользоваться. И вот такая 50 мл упаковка. Я не помню, полноразмерная 200 мл или 200, или 150 идет. Честно, не помню. Ну вот, полноразмерная 759 рублей. Буду пользоваться. Хороший тут дозатор. А, тут упаковку надо отрывать. Ну, видно, дозатор хороший. Я люблю. Мне вот таких мини-версий хватает очень надолго, потому что крайне редко. Я только когда необходимо в какой-то момент воспользоваться. Такие моменты не часто случаются, когда срочно нужно привести себя в порядок. И поэтому у меня бывает по 4 месяца, 5-6 стоят даже вот такие мини-версии, и мне хватает надолго.
Поэтому очень-очень рада. Как раз у меня сейчас от батиста заканчивается, и ему на смену придет вот такая вот прелесть. Следующее средство. Скоро меня ждет море. В августе я встречаюсь с морем, и поэтому тестировать я это средство буду там. Солнцезащитный гель с SPF 50. И давайте так вот поближе покажу, что о нем написано. Ставьте на паузу, смотрите. Меня просто попросили девочки, что ты лучше показывай ближе, можно не зачитывать, мы сами все прочитаем. 2208, полноразмерная версия. Ой, простите, пожалуйста. У меня вот такая упаковка. И вот такой вот, ну это не пробник, это все-таки мини-версия, потому что здесь 5 мл. 5 мл это не саше, в котором там 1-2 мл, ну 5 бывает. Тут много. Поэтому буду тестировать. Информацию я вам показала об этом средстве вот здесь. А здесь на вот информативном таком листочке показано, какие еще есть средства. Видите, из этой линейки. Вот. Мне показалось это очень интересным. Я буду использовать этот гель на лицо, именно на юге. Давайте вот здесь еще покажу. Для меня это новинка. Я не пользовалась такими средствами, поэтому с огромным удовольствием буду тестировать. Вот такая красота. И тут такой носик очень удобный, видите? Давайте посмотрим. Вот он такой, как тональный эффект дает. Вот, видите? Ну, такой приятный аромат кремовый. Следующее средство. Ну, хорошее наполнение. Я вот довольна осталась. Так, масло для кутикулы. Вот так оно выглядит. И давайте смотреть, что здесь написано. Цена 130 рублей, полноразмерная версия. Единственное, я не знаю, сколько миллилитров идет в полную версию. У меня вот такое вот масло. Оно очень удобное. Оно идет... Не вижу, сколько тут миллилитров на нем написано. Возможно, 5. Оно идет с пипеткой. Очень удобное. Видите? Вот такая пипеточка, масло. У меня сестра сейчас приходила в гости, она маникюристка. Она говорит, с пипеткой намного лучше масло идет, сейчас вам покажу, чем с кисточкой. Потому что, когда кисточкой наносишь, надо распределять. А это капнул, и оно само прямо туда, вот в кутикулу, все уходит. Оно прямо затекает туда по лунке. Поэтому вот она очень похвалила. И у него очень приятный аромат. Понравился. Такое масло. Буду пользоваться и радоваться. Первую страницу мы с вами просмотрели. И давайте переходим к следующей. Первое, что на второй странице, это вот такие подушечки. Гелевые подушечки против отечности под глазами. Дальше вы читаете сами. 155 рублей. Я не знаю, это одна упаковка столько стоит или... Их несколько. Ну, в них 4 штуки, то есть на 2 раза хватит. Вот так вот они выглядят. У меня такие подушечки уже были, я ими пользовалась не раз, и мне они нравятся. Действительно, особенно никогда у вас глаза постоянно, ну, как, знаете, структура такая глаз отечная, они не справятся. Но если с утра небольшое есть припухлость под глазами небольшие, небольшая отечность, то вот как раз они справляются. Я даже на несколько минуточек перед применением клала в холодильник. Они такие холодненькие становятся, и такое освежение дают под глазками, и работают даже еще лучше после этого. Следующее, давайте смотреть. Следующее, это то, что я оценила. Посмотрите, какая красота. Вот второе средство. Это временная татуировка называется. Давайте посмотрим, что нужно тут делать, как использовать. Цена 370 рублей идет на эту татуировку. И я вам ее сейчас покажу. Чем она мне очень понравилась. Кстати, это от Дизао.
тату. Понравилось тем, что здесь татуировка идет, колечки, цепочки и, видите, длинные браслеты. Как бы очень даже применимо. Можно даже сделать типа цепочку и кулончик висит. И давайте с этой стороны покажу, как это будет выглядеть. Вот видите, у девушки на руках колечки. Вот здесь у девушки на шее все эти татуировочки. И вот тут на ногах видно. Давайте я ее выну, потому что отсвечивает, вышло солнышко. Я хочу, чтобы почитали мы с вами, что здесь о них написано. Ну и заодно поближе посмотрим, что входит. Так, вот мы достали сам лист. Он один тут с татуировками. И вот с этой стороны хочу показать вам информацию. Меня заинтересовало, я не люблю татуировки, но вот то, что можно сделать как колечки и вот эти вот цепочки, мне это понравилось. Например, на море это очень даже интересное украшение будет. И не надо ходить с цепочками. И как легко можно это все снять с себя, смыть. Вот. Ну и здесь инструкция еще дополнительная, чтобы было более понятно, как что делать. То есть очень настолько понятно описано, настолько понятно все показано, что прямо я довольна. Отличная. Отличная штука. Дальше. Тоже интересное средство для меня. Это паровая маска для глаз. Она произведена, сделана в Японии. И смотрите, что здесь написано. 600 рублей. Но опять же, я не знаю, сколько штук в упаковке. Вряд ли это цена одной. Скорее всего, их должно быть в упаковке несколько. Написано, что это без аромата. Паровая маска. Одна маска в упаковке. Мягкий пар, температура 40 градусов, расслабляет и успокаивает за 10 минут. Так, запатентовано в Японии, здесь написано. Вот на девушке вот так оно изображено. И давайте здесь, я вот так издалека покажу, а вы, если что, ставьте на паузу, останавливайте, смотрите. Меня прямо очень заинтересовало и показалось это интересным. Есть тут предостережения, на них тоже очень важно обратить внимание. Я уже прочитала, но вроде бы у меня нету никаких проблем вокруг глаз. И буду ее тестировать с большим удовольствием. Ну и здесь написано, что сделано в Японии. Что за маска, еще непонятно. Вот тут, видите, такая упаковочка в виде конвертика. Ну, будем доставать, смотреть. Обязательно в пустых баночках расскажу. И вот саму масочку я сохраню, чтобы показать, что же это такое и как она выглядит. Так, дальше. Смотрите, какое большое наполнение. Да? От Эколаб мицеллярный раствор. Полноразмерная версия стоит 180 рублей. У меня 50 миллилитров. Давайте я вам покажу, что здесь о нем написано. Ну, все знают, как пользоваться мицеллярным раствором. И вот так вот он выглядит. Я сейчас пользуюсь тоником от Эко-лаборатории. И с огромным удовольствием вот могу сейчас сразу же включить мицеллярку, чтобы было полноразмер, ну, полный курс, как бы. И тоник, и мицеллярка, как бы, от одной компании. Действительно, 50 мл. Такого количества хватит в любом случае надолго. И распробовать это средство вполне можно. Вот такая вот малышка ко мне приехала. Так, давайте немножко подвинемся. И последнее, что представлено в брошюрке, но не последнее, что было в коробочке, это крем для рук. Давайте посмотрим, что здесь написано. 449 рублей полноразмерная версия. У меня 30 миллилитров. Я не буду название пытаться прочитать. Посмотрите сами. Оливковый. Оливковое масло входит, как я понимаю. Ну, тут видно, что еще. И давайте с этой стороны покажу,
что написано. Для сухой и зрелой кожи. Вообще он хорош больше для проблемной кожи, либо на зиму. Понравилось мне то, что 30 мл, но они, представляете, зафольгированы. Вот. Даже мини-версия зафольгирована. Это очень хорошо. Вот так вот оно выглядит. Я им буду пользоваться, когда наступят холода. То, что было в буклете представлено, мы с вами все просмотрели, все прочитали. Пока его сюда убираем. И давайте я вам покажу, что было еще, какие два средства входили в коробочку. Еще одна маска для кожи вокруг глаз. Молодость кожи. Я ей очень рада. Здесь пара полосок. Глубоко увлажняет и питает кожу вокруг глаз. Входят витамины и аминокислоты. Антиоксиданты и витамины. Люблю я маски-то, поэтому рада, очень рада. Маски всегда нужны, ими пренебрегать нельзя. Способ применения написан. Буду пользоваться в пустых баночках, обязательно расскажу. И последнее средство, которое входит почти в каждую коробочку, последние. Бывало, даже по 2-3 штуки входили дополнительные. Это скраб антиакне для чувствительной, жирной и проблемной кожи. Естественный pH, без парабенов, без красителей. Я их уже скопила столько, что спокойно на юг поеду без скраба. Просто возьму с собой вот эти саши. Я еду на 3 недели. И как раз время от времени, не каждый день такими вещами я пользуюсь, а вот раз в 3-4 дня как раз мне будет достаточно. Буду с огромным удовольствием их использовать. В одном саше 4 мл. Ну и давайте поближе покажу, что здесь написано. Даже можно таким глубокое очищение раз в неделю всего делать. Не обязательно часто. Вот. Вот такая красота. Отличная. Для меня это отличное наполнение коробочки. Доставка у них еще и бесплатная. Ссылку на коробочку, где ее можно заказать, выбрав любую из представленных, либо полноразмерные версии, либо мини-версии, вы можете именно на сайте все посмотреть и решить. Ну а с вами я прощаюсь. Надеюсь, вам наполнение тоже понравилось. Напишите, чем пользовались вы, потому что мне интересно. Особенно, если вы пользовались вот таким антиперспирантом, мне это очень интересно. Что же это такое? Ну и как результат, конечно. В любом случае, я, конечно, и сама попробую, вам расскажу в пустых баночках. Но если чем-то пользовались, расскажите. И также мне интересен вот этот вот гель солнцезащитный. Тоже очень интересно. Огромное спасибо всем за внимание, за то, что вы были со мной до конца. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч!